Доброе время суток, дорогие друзья! Вы на канале Золотая Рыбка. И сегодняшнее наше видео вот о чем. В прошлом видео мы с дочкой говорили о том, что мы сокращаем нашу работу в нашей домашней мини-разводне. Ну, по некоторым там известным причинам. И говорили о том, что мы не планируем нерестить в ближайшее время наших рыбок. Так вот, мы не планировали, а вот у рыбок, видимо, совсем другие планы. И вот что мы сегодня обнаружили у нас в аквариуме. Сейчас мы вам покажем. Вот, видите, сидит труженик. Труженик Анцитрус Супер Ред. И сидит он, как вы видите, на кладке икры. Этот самец у нас первый раз нерестится. Мы очень долго ждали от него каких-либо действий, потомства. И вот сейчас, когда мы совершенно не планировали никаких разведений, никаких нерестов, вот он решил нам вот такое потомство принести. С какой самкой, мы не знаем. Тут очень много самок анцитрусов. Есть и вуалевые серые, и супер ред, и простые серенькие. В общем, тут их очень немало. И какая самка попала в сети любви нашего самца Супер Ред, это мы не знаем, только будем догадываться. Вот так вот у них, у наших рыбок, совершенно другие планы. С нашими они никак не сходятся. Ну, я думаю, что мы, наверное, будем сохранять это потомство. Если до завтра этот папашка у нас икру сохранит, не выбросит, и никто не посягнет на нее из местных жителей, то мы, наверное, будем ее у него изымать. Вот такие новости. Вот еще один красавец. От него мы так и не дождались никаких активных действий в сторону размножения. Ну, может быть, придет и его время. Так вот, сегодня мы изъяли кладку у сомика нашего анцитруса и в отдельный аквариум поместили. Вот они здесь уже выклевываются из икры. Вот такие. Ну, посмотрим, что будет дальше. Папаша был супер ред, это точно, а вот какая у нас была мамаша, это очень интересно. Посмотрим, какие получатся мамочки. Куда мы? Так, сюда заведем. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Дом. Лина, скажи пока-пока всем. Всем пока-пока.